Вот и все. О. Не попадай больше в беду. Эй, Биди, что это? Посмотрим, что ты нашел. Эй, Биди, пойдем. Предлагаешь нас подвести? Рука империи все-таки еще многого не коснулась. Отлично. Что-то ищешь? Наконец, я его нашел. Астриум. Тысячи лет назад он был у мудрецов Зеффо. Я держу в руках частицу галактической истории. Я никогда не смогу отблагодарить Тарфула достойно. Ты понимаешь, что это значит, мой друг? Не нужно возвращаться на Датамир. Тьма препятствовала всем попыткам добраться до Астриума в гробнице Куджета, однако сила... Сила открыла новый путь.
Гробница Куджета. Больше никого не убьешь. Не пойму, с чего вторая сестра решила, что ты чего-то стоишь. Она любит свои игрушки, но... Я не столь сентиментальный, по правде. Жаль тратить время. Покончим с этим скорее. Это твой последний путь. Думаешь, спрятался за мечи в безопасности? Иди сюда, мы еще не закончили! Плохо для отброса. А для джедая? А есть разница? Помощь, беги! Тебе не победить! Все кончено. Став инквизитором, я поняла, что пережить можно все. Для того, кто уже потерял себя, рука — ничто. Ты знаешь, я была джедаем. Будет весело схватить тебя. Ведь ты сломаешься, как и все мы. Ты злишься. Тебя ждет одиночество, пытки, унижение. Твоих друзей! Я не дам их в обиду! Тебе не остановить империю!
Я остановлю тебя! Да, мы победили Инквизитора. Эй! Мы думали, ты погибла! Рад, что ты жива. Надо возвращаться. Цера и Гриз ждут нас. Пойдем, Биди. Он там! Прямо там! Это все! Придется иметь дело со мной! Открыть огонь! Попал! Все понятно. Что у меня получится? Я вижу тебя, джедай! Недостаточно быстро! Твоя смерть близка!